скажи пару слов. Она уже пишет свой блог. Ты делаешь публикацию в Инстаграме. Как бежалась? Привет, Тим. Пейте сквизи, будете худенькие, пресс у вас будет. Вот пошла реклама. Можно к ней сказать, вот он не пьет сквизи. Вот он не пьет. Он не пьет. Я не пью сквизи. Подсадим шарики. Еще Ваня Ефимов не пьет сквизи. Сейчас мы его снимем. Бежалось хорошо. На самом деле на эстафете всегда классно бежится, потому что под адреналином вообще не ощущаешь особой усталости. Но я так продышалась, давно на улице не бегала от резки, поэтому немножко так дыхалка тяжеловато. Ты почувствовала себя студенткой опять? Немножко. Выпускница я себя почувствовала, которая бежит эстафету. Слышала шаги догоняющей команды, решила, что надо ускориться. То стыдно как-то перед главным зданием, перед всеми было бы, наверное, проиграть створ. На финишной, точнее. А я все равно там не снимал, поэтому... Ну что ж я тогда... Сейчас Лену позовем, сейчас повторим. Вот, в общем, здорово, классные эмоции, ощущения. Думаю, надо повторить на следующий год. Но только надо будет немножко подготовиться, может быть, мы даже в призы попадем. Надо ставить перед собой более высокие цели. Да, ну тогда надо готовиться всей команде, чтобы попадать в призы. Да, да, надо хоть раз в неделю хотя бы сыграть. А мы сыграли вот реально не дистанция была 100 метров, нет? Такой не было. Я ты что? Я его еще не видел, хочу посмотреть. Ну классно, а в итоге какое место получилось в абсолюте? Пятое-шестое. Пятое-шестое, да? Да. Классно, ну ветераны в обойме. Ну нет, это очень даже прилично, мне кажется. Хотя, наверное, у нас в наши времена были сильные команды, а теперь... Ну, раньше, наверное, было интересно. Да и народу повыше. Было раз в три больше. Мне кажется, больше собиралось. Этапов больше было вроде бы. Этапов больше, я думаю, народ 5. Да не знаю, для нас это было вообще событие года. Мы готовились, обсуждали это на форумах. Перетирали, постоянно об этом думали, не знаю, какие-то стратегии строили, тактики, тренировки, кого на какой этап поставить, мы отбирались. Для нас это было реально событие очень-очень крутое. Вот, сейчас не знаю, как для студентов действующих, но, в общем, весело. Ну, для них это тоже наверняка событие, просто им не с чем сравнить. Нам тоже не с чем было сравнить, когда мы так начинали. Я имею в виду, что мы очень серьезно относились, на самом деле, к эстафете. И, ну, наверное, за месяц-два только об этом мысли были. Прям вот об этом. Да, я помню. Это было вообще круто попасть в первую команду из фака. Ну и экономы тоже. Да, если ты попадаешь в команду, значит, ты 100% там в призах или выиграл. Вообще круто было. Эти медали тоже были очень значимыми для всех. Большие, красивые. Да. Интересно, какие сейчас будут медали? Здорово. Класс. Ну, поздравляю, Наташ. Спасибо. С отличным стартом. Выпью я свой сквизи, пожалуйста. Опять пошла реклама. Друзья, запомните это слово. Сквизи. Или реклама. Вот Наташа пьет воду. Тоже марки сквизи. Сквизи у меня вот здесь. Кстати, надо шейкеры сделать. У нас есть шейкер. Где мой шейкер? Yeah.